проснулись утром. Вот вон чего под окнами. А я думаю, кто-то душ принимает. Это, оказывается, газон душ принимает. Прикольно. На даче такую надо штуку. Нажал на кнопку, и все полилось. Вот такое сегодня море. Волны вчера. Land of Legend рядом. С этими волнами не лежали. А какие вечером были волны. Они пирс накрывали. Вот такой же пирс рядом с нами, с нашим отелем. Они его накрывали. Красота. Конец мая, Белег. Не хочу. Давайте допивайте, и сейчас пойдем с вами фотографируемся, наверное. Я не хочу больше. Саша, переводишь что, продукты. Пойдем вон туда, вон, в ту рощицу. Фотографироваться. Мангровую. Мангровую. Жила мангва. Деревья такие. Я думал, ты сейчас лбом врежешься. А где Саша? А, вон она. Саше нравится. Батутная вечеринка. Батутная вечеринка у вас? Саш, не вывались только из батута. Мам, не взяла свой рюкзак? Рассказывай теперь. Папа мне говорил не кричи, а я кричала, пока он мне это говорил. Он отвернулся ко мне, а я была
Да, меня накрыло волной. Мы с Алисой там сейчас купались. Сейчас. А как ты была вода, это самое, как будто не накрыло. Накрыло, накрыло, затылок накрыло. В общем, тут море поднялось. Раньше заход был сразу в песок. А сейчас приходится идти сначала по камням, а потом уже песок начинается. Пока дойдешь до этого песка, тебя так может шибануть волной. Как-нибудь, например, вот так. Ну что, зайдем? Брызги. Волна. Вот она. Наши сладкоежки сидят, едят вафли. Вау. Вот она, принесла. О, она, я ее вижу. Так, вот там за ней. Это мистер Черепасин. Убегает. Это мистер Черепасин. Это мистер Алиса. Ванчик. О, не ори. Тихо. Мы поужинали, идем на море. На море, судя по всему, шторм. Шторм. Флаги вон развиваются. Ветер дует. Прям сильный. Помашите мне рукой, пожалуйста, все. А Саша? Вот. Вот это волны, вот это я понимаю. Не то, что в каком-то там бассейне, Саш, да? Не, в бассейне больше. Не-е-е. Тут вообще огромные. Раза в два точно больше, чем в бассейне. Сегодня нас ждет вечеринка. На улице ураган, на море шторм, волны трехметровые. А тут вон поставили столики, зажгли фонарики и ждут нас отмечать чего-то там, пятницу. Ну, придем, посмотрим. Вот последствия урагана, смотрите. Фонари качаются, там он уже упали. И как через них переходить? Сейчас эти на меня упадут. Поднять их? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Еще один сейчас упадет. Оп! Вставай. Вставай, фонарь. Вон Алиса поднимает фонари.
Давай фонарь. Оп. И зелененький поднимем. Оп-оп-оп. Оп. А синенький опять упал. Молодец, Алис. Помогла фонарю. Мы на мини-диско идем, нет? Ну мы пойдем сядем туда, там вот ветер меньше. Thank you.